Поздравить учителей школы номер 12 села Шаманка Шелиховского района приехал губернатор области Игорь Кобзев. Выбор школы был сделан не случайно. В 2023 году здесь будет произведен капитальный ремонт здания и построен новый стадион. В школу ездят ребята из соседних населенных пунктов, и давно назрела необходимость обновить учебное заведение. Мы все-таки рассматриваем сегодня капитальный ремонт, дальше реконструкцию фундамента и все, что касается строительства стадиона. В неформальной обстановке прошла встреча с представителями учительской династии. Совокупный стаж работы всех членов семьи насчитывает 140 лет. Первую учительницу помню, Анна Иннокентьевна была красивая, такая симпатичная, такая прямо интеллигентная. Вот мы ее слушали с открытым ртом. Может быть, поэтому. И вот многие из моего класса поехали и поступили, и учились в школе, вот на учителей. Более 40 лет Альбина Павловна проработала учителем младших классов, и за это время она выпустила около 500 учеников. Женщина вспоминает, что в прежние времена в школе училось гораздо больше детей, и учителей тоже было больше. Тот некомплект молодых специалистов, учителей, он есть. С нашей стороны мы будем ставить вопрос по увеличению бюджетных мест. Мы понимаем, что у нас есть некомплект, мы готовы софинансировать увеличение финансирования за счет федерального бюджета. А пока чиновники обсуждают, как решить проблему нехватки кадров, младшая представительница династии, ученица 10 класса Полина Рысь, ведет урок истории. Итак, сегодня буду преподавать у вас я. У вас сейчас история. Можете открыть 58-ю страницу. Традиционно День учителя школы отмечает праздником самоуправления. Несмотря на то, что преподавание у девушки в крови, она не планирует продолжать семейное дело. В большей степени я рассматриваю юридическое образование. Насчет школьного поступления, насчет педагогического еще не так рассматриваю. Сегодня Иркутская область насчитывает 884 школы, в которых учатся 341 тысяча детей. Обучают их всего 25 тысяч учителей. Александрина Маланина, Константин Синицын. Новости сей час.